Центральная городская больница Каспийска благодаря спонсорской помощи компании «Виадук» приобрела новейший аппарат эндовазальной лазерной коагуляции. Благодаря этому граждане, страдающие варикозом вен, могут абсолютно бесплатно получить квалифицированную помощь. Преимущества этого аппарата очень большие. Раньше, если мы делали операции по поводу варикоза открытой, пациенту было необходимо находиться в госпитале, то есть в госпитале, в больнице на протяжении длительного времени. Послеоперационный период тоже протекал у них болезнь, были боли, они ощущали сильный дискомфорт, то благодаря покупке этого аппарата у нас пациенты лежат только на дневном стационаре, они приходят, оперируются и в тот же день уходят домой. На следующий день и последующие дни они ко мне приходят только на перевязки. Эндовазальная лазерная коагуляция – это метод воздействия на вену с помощью введенного внутрь сосуда, излучение которого нагревает окружающие ткани, в результате чего внутренние вены слипаются и кровоток в ней полностью прекращается. Суть метода заключается в том, что изнутри мы воздействуем на расширенные вены лазером, а именно его тепловое воздействие, которое со временем приводит к воспалению и склеиванию вен. Тем самым мы их выключаем из патологического кровотока. Как отмечает специалист, такая практика широко распространена в платных клиниках и медучреждениях регионального масштаба. Теперь таким методом можно решить проблему варикоза вен и абсолютно бесплатно. Наглядно это бывает видно на тех пациентах, которые ранее сделали открытую операцию. Допустим, на обеих ногах у этого пациента, как говорится, варикоз. Он одну ногу оперировал старым способом, так и я оперировал его новым способом. И они, честно сказать, ощущают большую разницу. У меня был даже случай, когда я одного взрослого человека, ему, по-моему, 70 лет было, пациента соперировал, он одну ногу ранее оперировал, а вторую ногу пришел ко мне. Прооперировал, ушел домой и на следующий день рассказывал, что жена была сильно удивлена. Его вроде бы прооперировали, а что он делает? Как, почему он в день операции пришел домой? Он пытался объяснить, но она ему не верила. А потом ему пришлось показать ногу, и как бы она ему поверила. Был такой даже курьезный случай. Марат Дадашев по четвергам и пятницам проводит консультации в городской поликлинике с 15 до 18.00. По результатам обследования специалист даст все необходимые рекомендации. В случае, если необходимо оперативное вмешательство, пациенту выдают направление на операцию лазерным методом.